Поисковики «Муравленко» подвели итоги вахты памяти и начали подготовку к новому сезону. Ежегодно отряд «Ратибор» участвует в нескольких раскопках в Тверской области и в Карелии. Одна из последних летних поисковых экспедиций «Суоярский плацдарм» собрала 11 отрядов со всей страны. В ходе раскопок были подняты останки более 200 красноармейцев. Карелия. Август 21-го года. На место захоронения, на место раскопа от основной дороги 10 километров. В эти места можно добраться только на внедорожниках. Вокруг дикий нетронутый лес. А когда-то здесь, в районе поселка Лоймала, шли ожесточенные бои. На каждом шагу следы от траншей и воронок, как шрамы, которые не затягиваются даже почти 80 лет спустя. Дерево завалилось, но все равно видно квадрат блиндажный. И вот небольшое углубление, ячейка, и дальше идут траншеи, окопы, вот выход из блиндажа. Это вот все остатки, следы войны. Сюда ежегодно со всей страны приезжают поисковики. В этот раз собрались 11 отрядов. Ратибор в их числе. В этих местах работать непросто. Все дело в скальном грунте. Щупы и лопаты то и дело натыкаются на огромные валуны. Но поисковики готовы к любым трудностям. За время вот этой поисковой вахты, поисковой экспедиции было поднято 201 боец Красной Армии. А из этого количества два имени были установлены. То есть еще на протяжении самой экспедиции были подняты останки двух солдат с документами. И их личности были установлены. Удивительная история, что один из родственников бойца, которого нашли в Карелии, проживает на территории поселка Уренгой. Наш земляк. Документы одного из красноармейцев обнаружила Светлана Антонова благодаря своему поисковому опыту и чутью. Был бы на ее месте новичок, ценная находка, которая была больше похожа на комок земли, так бы и осталась незамеченной, а солдат остался бы безымянным. Светлана признается, ничего бы не получилось, если бы не настойчивость и упорство поисковиков из других отрядов. Миша уренгойский паренек, который 2 метра шурф делал, ему уже говорили, да там нет ничего, а он 2 дня эти выше своего роста шурфился и все-таки дошел до костюма. Говорит, я чувствую, они там. И потом ребята, которые его кубаторили, столько земли выкинули. Это наши тоже ямальские отряды. Надежда, Снегири, Ратибор. Вот 3 отряда мы вместе работали. Поисковый отряд «Ратибор» был создан 11 лет назад с легкой руки Светланы и Андрея Просоловых. За эти годы на вахтах памяти побывало более 80 человек. Светлана Антонова примкнула к отряду одной из первых. Ежегодно в свой отпуск она едет на раскопки. Не ради интереса или новых впечатлений. Здесь другое. Не за приключениями, не за костром, не за лопатой с землей. За историей, за историей страны, за историей наших предков, за каким-то своим, ну вот, моральные какие-то ответственность, да, перед страной, перед своими детьми. Сейчас поисковики готовятся к новому сезону. Занимаются реставрацией артефактов, привезенных с раскопок, встречаются со школьниками и изучают архивные документы, чтобы весной вновь отправиться на поиски солдат, не пришедших с войны. Татьяна Бойко, Сергей Лукович, новости Муравленко.